На Царскосельском вокзале продолжается реконструкция. На этой неделе стартуют работы по восстановлению северного пешеходного тоннеля. Тоннели на железнодорожной станции «Царское село» не ремонтировались после военной поры. Конструкции обветшали и находились под угрозой подтопления в силу особенностей почвы. Реконструкция началась 3 года назад с южного тоннеля. Были выполнены работы по гидроизоляции, переустройству инженерных сетей, по благоустройству и отделке самого тоннеля. Работы шли достаточно долго, поскольку при производстве работ столкнулись со сложностями, такими как неучтены в проекте были действительно объемы ввод и переукладки инженерных сетей, да, что потребовало корректировки проекта и выделения дополнительного финансирования. 9 сентября обновленный южный тоннель был открыт для пешеходов. На этой неделе начинаются работы по реконструкции северного тоннеля. Мы сделаем закрытие этого туннеля, передача его подрядной организации. Учтем уже ошибки, которые мы допустили при работах по южному туннелю. Да? И задача наша заключается в следующем, чтобы к декабрю месяцу или в декабре, да, для пассажиров уже открыть отреконструированный туннель. Пока тоннель находится в ремонте, сотрудники станции организуют временные транзитные проходы через станцию. Их планируется оборудовать сигнальными знаками. Дежурный персонал станции обязали проводить дополнительное информирование пассажиров по громкоговорящей связи.